Доброе утро, друзья! 7 июня 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. День краудфандинга празднуется с 2015 года. День финансовых и экономических работников Кыргызстана. Фестиваль готической музыки и культуры в Лейпциге. Иван Медвяные росы в народном календаре. Сильная роса в этот день предвещала хороший урожай. Знаменательное событие. 1632 год. В индийской державе великих моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. В 1775-м Соединенные колонии United Colonies меняют свое название на Соединенные Штаты United States. Родились в этот день, 1933 год, Аркадий Арканов, российский писатель-сатирик и драматург, народный артист РСФСР. 1940-й, родился Том Джонс, настоящее имя Томас Джонс Вудворд, английский эстрадный певец. В 1942 году Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель, политик и публицист, де-факто глава Ливии в 1969-2011 годах. 1952 родился Лиам Нисон, британский актер ирландского происхождения, офицер Ордена Британской империи. И Дарья Донцова, российская писательница, сценаристка и телеведущая, автор иронических детективов. 1957 год. Родился Владимир Симонов, актер театра и кино, народный артист России. И Александр Маршал, советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. В 1958 году родился Принц, полное имя Принц Роджерс Нельсон, американский певец, музыкант, композитор, автор песен. 1960-й. Татьяна Друбич, российская актриса театра и кино. 1981 год. Родилась Анна Курникова, российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В 1986-м Глюкоза, настоящее имя Наталья Ионова, российская певица русского любовно-романтического шансона, актриса кино и озвучивания, телеведущая. Этот день по лунному календарю. До 7 часов 49 минут по московскому времени возможны искушения. Может быть, вам даже будет предложен выбор между добром и злом, и делая выбор, вас потянет на негатив. Во второй половине дня возрастает вероятность возникновения конфликтной ситуации, падает настроение. В любом случае, сохраняйте спокойствие, избегайте ссор, игнорируйте провокации. После 7 часов 49 минут – активный день, один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. Пятый день Луны подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Новое хорошо в том случае, если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердо уверены в том, что именно они принесут вам благополучие. Вот такой он 7 июня 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!